Друзья, всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Снова 200-литровый аквариум. Ничего не поменялось. Кроме того, что я все-таки решил поставить систему CO2. Двухлитровый баллончик с редуктором Санкт-Петербург и китайская катушка с краном тонкой регулировки. Вот. Шланг обыкновенный. Сейчас давайте по порядку. Обыкновенный шланг, обыкновенный обратный клапан. Вот такой вот диффузор. Сегодня купил дропчекер. Вот установил днем. Пока что он синего цвета. Вот. Я не знаю, правда, с чем это связано. Может быть, маловато газа. Вот. Может быть, из-за того, что есть движение на поверхности воды, нужно подавать газа больше. Хотел задать вопрос для опытных. У кого уже есть газобаллонная установка. Я вчера, как получил этот баллон, сразу же забрал его, поехал к заправщику, он мне залил, кило 200, как он сказал. Я приехал, манометр показывал, приехал, собрал, манометр показывал четверочка и еще плюс одно деление. Вот, потом баллон начал отогреваться, смотрю, уже 6. Думаю, ну, наверное, многовато, я взял... Стравил до 4. Сегодня днем прихожу, опять 6. Стравил до 4. И вот, днем во сколько я пришел? В 4 часа, уже под вечер. В 4 часа стравил до 4, и опять давление поднимается. Скажите вообще, нормально это или нет? Вот кто понимает, кто разбирается в этом. Вот. Что касательно CO2. Ну и дайте, конечно, может, какие-то советы, как его правильно использовать. Может, какой-то диффузор. За рябиновую ветку знаю. Пойду скоро срежу, попробую. Потому как у меня была брашка, и через нее пузырьки были более мелкие, чем вот через этот диффузор. Вот. Аквариум себя чувствует хорошо. Все растет. Очень хорошо. Вот. Обрастания заново пока не появились. Из неприятностей минус одна скалярия. Вот этот огромный парень, я так думаю, этот самец, он иногда гоняет всех остальных. Вот. Ну и, скорее всего, одна скалярия и выпрыгнула из-за этого. Кстати, спасал уже вот этого самца неоднократно, меченосца. Точно так же его гоняет скалярия, и он выпрыгивал. Но ему повезло. Дважды повезло. Вот. Вообще, в общем, все нормально. Кстати, по поводу света. Свет сегодня я пакую, и он уезжает к моему подписчику. У меня его покупают из города Запорожья. Вот. Надеюсь, он прослужит еще долго и будет радовать. Какой будет свет новый, сами потом увидите, я сделаю отдельное видео. Вот. Несколько дней аквариум будет без света. Я думаю, ничего страшного не произойдет. Вот. Ну и самое главное, вопрос, ребята, подскажите мне по углекислоте. Что делать, почему поднимается давление и так далее. Ну, как бы я с этим впервые сталкиваюсь. Форумы читал, ну там только про заправки и про то, что 700 грамм на литр. Соответственно, в этот баллон вообще можно было кило 400 залить, а он мне залил кило 200, и вот непонятки с давлением. Поэтому прошу совета. Ну и заодно вот сделал обзор аквариума и
поделился новостями. Ну вот так. На сегодня все. Жду от вас ваших советов. Спасибо.